мне не очень просто досталось. Для того, чтобы она родилась, мне пришлось провести в роддоме несколько месяцев в лежачем положении и каждый день на пороховой бочке. Ну, то есть это из категории, когда к тебе заходит врач вечером, перед тем, как уйти домой, и говорит: «Поздравляем, мы прожили еще один день». Эта связь, наверное, осталась вот с тех моментов, когда мы вдвоем боролись за ее жизнь. Наверное, моя самая большая вот такая ошибка по отношению к ней. Мне, наверное, надо говорить ей чаще, что я ее люблю. А я ее очень люблю. Она не любит приходить на мои выступления, потому что она думает то, что я могу отвлекаться, то есть стараться именно для нее что-то делать. Она хочет, чтобы я старалась для себя. Делала все для себя, а не для кого-то.